Всем приветики. Что делать, если вы не можете назад собрать инструкцию? У меня раньше всегда получалось, а я слышал, что бывает такое, что не получается. Я всегда думал, что не может быть такого. По-любому можно собрать. Но это вообще не получается, потому что у нее некоторые штучки такие большие, а некоторые поменьше. И в итоге непонятно, как ее складывать. То складываешь вот одни длинные, другие короткие. И вот она вся такая. Как она была, я не понимаю. И не получается сложить обратно. Что в этом случае делать? Можно просто придать ей новую форму. Просто нам же инструкция нужна. Лекарство мы чуть-чуть использовали, остальное осталось. И чтобы вот потом знать, как им пользоваться, нужна инструкция. А так как она уже не влазит в коробку, потому что не собирается, то можно ей просто придать новую форму. То есть таким вот образом. Вот и все. В коробочку она обратно влезет теперь. И никаких проблем с тем, как ее назад собрать. Как там? Готово. Вот и все. А вот эту штуку, естественно, никуда не засунешь, и назад она уже не собирается. Но ей всегда можно дать новую форму, с помощью которой все получится. Вот. Собственно, вот коробка от нее. И, в принципе, без проблем сюда все засовывается и закрывается. Все. То есть, коробка вообще огромная. По сравнению с инструкцией. Ой. Улетело. По сравнению с инструкцией вообще. То есть без проблем. Так что, если у вас тоже возникла такая проблема, просто придайте новую форму инструкции, да и все. Вот. На этом все. Всем покедова.